Ребят, я перезапустила эфир. Там сидел каких-то три призрака. Три призрака, которые... Ну, которых не видно, кто это, короче. Они со мной не разговаривали. Я сидела, разговаривала сама с собой. Что вы делаете? Идете в задницу, вообще вы неинтересные какие-то. У вас что, утро в четверг и утро в пятницу отличается, что ли? Ой, я сегодня пить иду. Угу. Вчера не сложилось, а сегодня сложится. Привет. Ну, потому что утро, я нахожусь в Хельсинках, и все. Вот и все. Чем вы занимаетесь? Как проходит ваше утро? Ой. Что делаете? Скорпиончик мой пришел. Добрый, добрый. Что, тоже спать хочешь, да? Так-то... Типа 35 минут 12-го, или меня просто неправильно часы идут? Ты обалдел? Ты нашла свой инста. Я нашла свой инста. Я на предыдущей трансляции прямо трансляцию назвала инстаграмом. Все проспал вообще, все. Я уже не помню. Я уже не помню. Все, уже все. Это было раньше. Ну, посмотри, там, может, осталось еще в этих... типа, возможно, я не удалила эту трансляцию. А может быть, все удалила. Мама, когда зайдем на куличере в Остоке? На лошадях кататься? Нет. Когда на куличей лошади пойдем? К лошадям поедем завтра. Завтра поедешь с бабой к тете Але. К бабе Але в этот, в Рихимяке там лошади. И куличей там с лошадями? Ну, я думаю, да. Может быть. Нет, там настоящие лошади. Подожди, не карусели. Не осталось... Ну, в следующий раз. Как-нибудь. О, боже мой, я зеваю без конца. Добавь меня тогда в этот. Ты и там вне закона. Малыш, а принеси мне планшет, пожалуйста, свой. Ага. Что ты такое вне закона делаешь? Что ты там, чем ты там вообще этот самый? Ты несешь? Так и так, да. Что делаешь там? А? Признавайся. Ты что, конфеты воруешь? Я угадал. Марь, принеси планшет, пожалуйста. Я тебе сейчас отдам. Мне ненадолго. Ничего такого не делаю. Всего лишь людей убиваю там, а так нет. Это так. Это как за хлебом сходить. Скучно в Швеции. А, это ты из Швеции. Я забыла просто. Да. Да не включай я ничего. Да. Так, сейчас.
ты там подписан. Ба-ба-бам. Ага. Ау. Выключила? У тебя Микки Маус стоит на этом. Это, короче, это ты? Да. А что у тебя пустой Инстаграм? Ты что? Ты кто? Вот, я тебя включу. Там на телевизоре включено уже. Не сижу, да. Так там вообще ноль, по нулям всего. И подписчиков, и подписок, и публикаций, и вообще ничего нету. Зачем ты тогда просишь Инстаграм? Вот у меня там мелкая. Вот, подписался ты меня, вижу. Чё у тебя летит там? Ты хотела бросить посередине, а он упал под стол. Написать тебе. Что написать мне? Я выпила свой кофе, поела свои бутерброды, что-нибудь приятное. Как погода? Вот сейчас пойдем погоду покажу вам. Не надо мне писать. Короче, не надо. Чё? Потому. Пошли курить? Так, 44%. Нормально, среди. Малыш, ты за главный побудешь, да? Да, неважно, с кем быть за главным. Главное, что за главный. Даже если ты с кошкой за главный. И ты главная. Главное быть главной. Точно. У детей, да, логика? Пошли, по-моему, покажем. Ну, самое интересное, какая там. По-моему, дождь не идет. У вас вот городская погода. Вот. Ну, в принципе, не так уж и холодно. Даже солнце есть. Вот. Ну, какой-то дождь, а-ля такой очень-очень очень маленький, редкий. А ну, ребят, давайте я попозже зайду в этот. Да, все, курю. А, доставщик. Ребят, попозже выйду.